Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро, и эту серию я хочу посвятить 13 самым необычным, крутым идеям для крафта. Итак, кстати, в этой серии будут пасхалки. Внимательно смотрите и пишите комментарии, если нашли пасхалки. Ну а мы начинаем. Первая идея – гримуар. Книга для призыва демонов. Призывает 10 свинозомби и 5 обычных зомби, которые сражаются на стороне хозяина. Также есть шанс 1% на призыв владыки ада. Второе. Иллюминати. Предмет позволяет призвать древнего демона, который выполнит любое желание в обмен на сделку. Третья идея – это шапка Деда Мороза. Этот предмет можно получить только в декабре. Владелец этой шапки получает случайные подарки, которые появляются в случайном месте его дома. Я думаю, прикольный предмет. Четвертая идея – маска железного человека. Этот предмет при надевании дает своему обладателю броню всего тела, реактивные двигатели на ногах, позволяющих летать, эффекты усиления силы и скорости. Ну прям настоящий супергерой. Пятая идея – это молчаливый Боб. Этот загадочный гном с сигарой в зубах будет помогать вам добывать ресурсы, отбивать атаки монстров и самое главное – неразговорчив, молча делает свои и ваши дела. Шестой крафт – это броня рыцаря смерти. Обладатель этой брони, если будет убит в поединке, воскреснет в качестве мертвеца с увеличенной атакой, силой и скоростью, чтобы отомстить своему врагу. Седьмая идея для крафта – это летающий снич. Данный волшебный предмет покажет короткий путь к деревне. Если вы заблудились, то он вам просто необходим и хорошо поможет найти путь обратно. Восьмая идея – это маска гномов. Данный механизм позволит увидеть ресурсы под землей и легко добывать их. Также имеет минусы. Опасен при надевании, шанс взрыва 20%. То есть каждый пятый раз. Крафт номер 9. Меч-кладенец. Очень мощное оружие начинает светиться и переливаться, когда рядом враги, чтобы предупредить владельца об опасности. Прорубает камень так же, как и кирка алмазная. Так что незаменимая вещь, я считаю. Крафт номер 10. Меч джедая. Хорошее плазменное оружие. Ну, больше плюсов нет. А единственное, у хорошего джедая меч светится синим, а у плохого красным. Идея номер 11. Огненные сапоги. Хозяин данных сапог может увеличить скорость на 200%, но начинает понемногу терять здоровье. То есть, другими словами, он сгорает. Крафт номер 12. Зелье превращения. Превращает случайное существо на 5 минут. Может превратить в монстра, может в обычного свина, а может вообще в печку превратить и будете 5 минут просто стоять. Крафт номер 13. Зеленый компаньон. Зеленый друг, который будет следовать за вами и не даст вам заскучать дождливыми вечерами. Он ведь лучше. Лучше, чем собака. Вот такие вот интересные 13 идей для крафта. Я надеюсь, вам понравилась идея. Напишите, какие крафты вам понравились больше всего. Также напишите свои крафты. Возможно, самые лучшие идеи попадут в следующую серию про крафты. То есть будет показан комментарий человека, который предложил идею, и его самая лучшая идея будет показана в видео. Также напоминаю, в этом видео есть пасхалки к определенным фильмам, мультикам, ну и к другим разным произведениям. Если вы увидели что-то похожее, то пишите в комментариях вашу догадку. С вами был Евген Бро, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Если вы первый раз на моем канале, то подпишитесь, поставьте лайк, смотрите другие видео. Ну а с вами был Евген Бро, и всем пока!